Всем привет, ребята! И вы на канале Kids Gamma Show TV. И перед тем, как начать играть в игру, я хочу передать приветы. Передаю привет Кате Морозовой, Милане, Арине, Алине, Оксане и Диме. Ребята, спасибо, что пишете комментарии и не забывайте ставить лайки на наши видео. А также, кому нужны приветы, пишите комментарии под видео. Приветы буду передавать один раз в неделю. Давайте теперь с вами поиграем. Так, наша мышка-воришка, побежали с тобой в этот домик? Так, вот она наша кошка. Забегаем в эту норку. Ну, мышка, что остановилась? Ага, путаем следы нашей кошки. Была авария. Ах ты, кошка, не догонишь нашу мышку. Наша мышка хитрая воришка. Все, убегаем. Ух ты, какой дом был красивый. Миссия выполнена. Кошка наша ходит злая. Так, наша мышка, пойдем дальше с тобой искать сыр. А это у нас что-то как кафе. Давайте посмотрим. Так, наша мышка, изучаем карту и пойдем с тобой. Вот он наш сырок. Давай-ка мы его слопаем. Все, забегаем в норку. А что это наша мышка другая не видит? Ну-ка, давай-ка убегать. Все. И вот он наш выход, выходим, мы прошли эту миссию. И наград нам, к сожалению, не дали. Доиграем дальше. И что у нас дальше будет? Дальше у нас дом. Давай-ка, наша мышка, пойдем. Ну что, мышка, давай-ка слопаем сыр. И нас заметила кошка. Так. Лопаем сыр. Заходим, наверное, в эту дверь. Ага, сейчас тебе, мышка. Наша мышка хитрая, не дастся кошке. Выныриваем, лопаем сыр. Ах ты, кошка. Выходим в эту норку. И у нас уже два сыра. Ах, кошки, не поймали нас. Все, миссия выполнена. И мы набрали 124 очка. Так, мышка, продолжаем наше путешествие дальше. Ребята, кому нравится наша игра, ставьте лайки. Выходим, едим сыр. И в щельку. И куда же мы вышли? Наверное, на улицу. Ого-го, вот это у нас тут сыра. И перчик есть. Мы стали красными мышками. Кошкам теперь опасно нас есть. И где же мы? Вот они мы. Ждем, когда же к нам придет кошка. Поиграть с нами немножко. Все, кошка нас не заметила. Мы стали красными, мы слопали перчик. Берем с собой мышку. Все, мышка хлопнулась в мышеловку. И выходим. И несем с собой два сыра. Да не туда пошла ты, наша мышка. Ныряй обратно, пока кошка не заметила. Выходим, вот сюда. Вышли, миссия выполнена. И у нас две награды. Мы тихие, и кошка нас не заметила. Молодец, наша мышка. Уже на 11 уровне. И у нас теперь... Тут какая-то миссия с кошкой. Давайте-ка посмотрим. Идем за нашей кошкой. Вот это у нас кошка. Берем мышку. Так, забираем сыр. Тут у нас... Белая кошка, очень-таки деловая.
Тут главное не быть замеченными кошкой. И у нас стоят две мышеловки. Ух, какая кошка-то у нас деловая. Собираем сыр. Кошка, кошка, ты далеко идешь? Так, еще берем нашу мышку заводную. Пригодится нам для мышеловки. Все. Идем за кошкой. И у нас тут с вами супер миссия. У нас такая вот так деловая кошка. Мы пытаемся от нее удрать. Ага, кис-кис, не дадимся мы тебе. Ты нас не поймаешь, супер мышь. Все, удрали мы от нашей кошки. Улетела, сломался твой. Ух ты, какой у нас сыр. Заходим. Вот это у нас удача. И у нас новый домик большой. Сколько тут кошек, Мурлык? Давайте собирать сыр. Раз сыр, выходим. И куда же нам выйти? Ага, кошка нас заметила. Вот какая хитрая. Собираем сыр и выходим. Прощайте, кошечки. Вот это мы сыру набрали. И у нас новый дом. Переходим к следующему домику. Давайте посмотрим, что у нас за дом. Так, у нас тут две кошки. Собираем сыр. Все кусочки сыра собираем. Мышки любят сыр. Заходим теперь домой. Сыра у нас тут нет. Сыр у нас теперь в доме. А наш сыр самый-самый вкусный. Охраняют кошки. Кошки-то такие деловые. Ходят туда-сюда. Все, мы их загипнотизировали. Кошки сели смотреть телевизор. Смотрите, кошки, смотрите, там такая интересная передача. А мы пока соберем сыр. Выходим. Ура, мы столько сыра набрали. Выполняем следующую миссию. И что у нас за дом? Идем-ка посмотрим, сколько там будет кошек. Ах, вы кошки хитрые какие. Так, давай-ка, мышка, спрячемся. Как бы нам украсть сыр-то у наших кошек? Не так-то это и просто будет. Так, это киси, идем, включаем телевизор. Ага. Идем, скорее. Все, киса, иди смотреть телевизор. Ой, какой сыр ароматный. Сейчас мы тебя слопаем. Все, слопали сыр. Пока киса смотрит телевизор. Прячемся. А другой кошке нам телевизор никак не включить. Ну ладно. Ага, она нас тоже заметила. Иди, иди. Посмотри телевизор. Ой, ну прям под гипнозом нашей кошки. Охо, у нас сыр в свободном доступе. Собираем его. Надеюсь, действие гипноза не кончится. Ну что, кисы? Мы такие быстрые мыши стали после перца. Уносим сыр. Миссия выполнена. И сыр похищен.
И у нас появился новый дом. Давайте-ка пойдем в него и посмотрим. Он такой большой, наверное, много кошек будет. Изучаем план. И нас заметила кошка. Все, кошка, нас нету. У нас тут новый сыр. Ох, он и тяжелый. А этот что сыр? Мы не смогли взять. Все, спрятались. Ну что, кошки, ругайтесь. Не поймали вы нашу супермышку? Давай, давай, все. Так, иди, кошка, по своим делам. Давайте, кисы, быстрее. Все, не поймали, кошки? Вот так вот вам, супермыши. Уносим сыр, он такой тяжелый. Ага, не получилось вам нас есть. Ах, я думаю, это конец миссии, а это мы просто сыр положили в наше сырное хранилище. Вот это да. Ну что, кошки, с вами охота еще не закончена. Спрятались. Все, нету мышки. Кошки ворчат, ругаются. А мы этот сыр забираем себе. Пойдем друзей угощать. И миссия пройдена. Ребята, ну а с вами пока прощаемся. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вам понравилась наша игра или нет? Ребята, а также кому нужны приветы, пишите в комментариях свои имена. На следующей неделе в среду буду передавать приветы в вечернем выпуске. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео. Выбирайте, что будете смотреть дальше. А также не забывайте жмать на белый кружок с Микки Маусами на подписку. Буду рада видеть вас в своих подписчиках. Всем пока-пока!